сегодня научимся конструировать знаки больше и меньше. У вас на столах стоят одинаковые кубики. Поскольку кубиков в каждом столбике? Пять. Правильно. Поставьте столбики по краям полосочки. А другую полосочку положите сверху. Молодцы. Какой знак у вас получился? Равно. Равно. У вас получилось выражение, что 5 равно 5. А теперь из правого столбика уберите разное количество кубиков. И поставьте полосочку на место. Что интересного вы заметили? Что полосочка неровно. А где меньше кубиков? С правой стороны меньше кубиков. А в какую сторону полосочки больше открыты? Слева. Где больше кубиков? А у нас с вами получается вот такие выражения. Софа, сколько у тебя справа кубиков? Справа у меня 4 кубика. Оля, сколько у тебя справа кубиков? 2. Справа у тебя 2 кубика. Хорошо. Посмотрите, у нас с вами получился какой знак? Знак больше. И тогда у нас с вами получаются вот такие выражения. У Софы 5 больше 4, у Вари 5 больше 3, у Оли 5 больше 2, у Насти 5 после 1. Правильно. Переставьте свои столбики, поменяйте местами. Поставьте обратно полосочку. И у нас с вами получился вот такой знак. Это знак меньше. И мы с вами сегодня научились конструировать знаки больше и меньше.